Это будет самый большой детский сад в городе. Новое дошкольное учреждение «Балякеш» в 36-м комплексе вот-вот распахнет свои двери для 340 малышей. Напомню, за последние 20 лет это второй детсад в Набережных Челнах, построенный с нуля. На его строительство из республиканского бюджета выделили свыше 130 миллионов рублей. Когда же воспитанники отпразднуют новоселье и что интересного ждет их в садике, смотрите далее. На территории детского сада кипит работа. Как снаружи, так и внутри он отличается от прежних. По словам дизайнера, планировка и интерьер в здании выполнены по мотивам сказки Корнея Чуковского «Лим-Попо». Тема Африки, сафари. Вы, наверное, сами заметили. В частности, вот бассейн. Мы тоже пытаемся сделать его в этой же стилистике. Из плиток сделали панно в виде животных, африканских животных. Вот сейчас доделываем пальмы. Строители трудятся на этом объекте последний день. Свою работу они полностью завершили. Дело за малым – навести чистоту, расставить мебель и игрушки. Чтобы будущие воспитанники быстрее отпраздновали новоселье, подготовке к открытию детского сада помогают и родители. У меня маленький ребенок. Мы ждем открытия детского сада. Поэтому всем, чем можем, помогаем этому, ускоряем события. Долгожданное событие для многих родителей. Этот детский сад уникален, уверены специалисты управления образования. Здесь самое современное оборудование, просторные и светлые группы, компьютерный кабинет, зал хореографии и огромный бассейн. Неудивительно, что желающих попасть именно в этот детский сад предостаточно. В первую очередь, конечно, жители близлежащих домов получают путевки, и 100% уже укомплектовано. Сад на 340 мест, а уже мы принимаем 380 мест. Торжественное открытие дошкольного учреждения запланировано на конец следующей недели. Времени осталось совсем немного, а работы хватает, сетуют педагоги. Но тут же добавляют, ради малышей, которые впервые переступят порог детского сада, готовы трудиться и день, и ночь. Эльвира Салахова, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.